Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня видно, слышно? Я у себя в окошке появился, и вроде... Да, замечательно. Рад всех приветствовать. Я некоторое время назад, войдя в чат, посмотрел все приветствия, да, и очень приятно, у нас практически вся Россия. Разные часовые пояса, разные, как я понимаю, условия, опыт работы. Да? Сегодня мы поговорим об идее, которая может объединить и тех, кто преподает на начальном звене, да? И тех, кто преподает в средней школе, и даже тех, кто преподает не только английский, но и другие предметы. Потому что педагогика удивления – это идея, которая и в таком плане концепции, да, и в практическом плане, на самом деле полезно учителю, даже вне зависимости от того, какой предмет он преподает. Хотя мы в первую очередь будем говорить об английском языке, и конкретные практические идеи будут вот именно в области английского языка. Интересно вот в таком формате выступить. Я давно не выступал на вебинарах, в основном ездил с очными выступлениями, был во многих городах, вот, о которых вы пишете, да, в частности, совсем скоро буду в Ростове-на-Дону. Но вот это вот, собственно, такая возможность поделиться своей методикой вот, с помощью современных технологий. Да. Хотел бы предварительно спросить, слышали ли вы или знаете что-то о педагогике удивления, чтобы понять, насколько мне нужно делать акцент на самой идее или немножко идти в какое-то осложнение, углубление. Вот, знаете ли вы что-то о педагогике удивления? Угу. Так, я понял, да. Здравствуйте, в Чебоксарах тоже был. Ух ты. Ну что ж, это интересно, потому что значит вас ждет много. Много, на самом деле, открытий сегодня. Но до того, как мы перейдем к педагогике удивления, да, как решению наших задач, буквально по пару слайдов и пару идей по второй части нашей темы, а именно про предметные результаты и про федеральные стандарты. Ну, сильно углубляться в это не будем, это, в общем-то, известные, открытые документы. Только хочу сказать, что в целом федеральные стандарты это некая совокупность требований, и они в первую очередь о результате, а не о процессе. То есть обычно, когда завуч или директор говорит нам о федеральных стандартах и говорит нам, как нам учить, это не совсем корректно, потому что федеральные стандарты описывают, к чему надо прийти. А как учить, собственно говоря, это совершенно открытое пространство, и оно так строго не регламентируется. А здесь перечислены три вида, собственно, требований, да, к результатам освоения программ, к структуре программ и к условиям реализации программ. Вот учителей предметников в первую очередь... Собственно, должна волновать первая строчка – это результаты освоения программ. Потому что к структуре программ вопросы возникают к руководителям методических объединений, к заучу-директору. К условиям реализации программы – это тоже вопрос администрации. Поэтому наша с вами задача – чтобы ученик добивался предметных, личностных и предметных результатов. И сегодня поговорим о предметных результатах. Это самые... осязаемые, понятные результаты – это то, что от нас ждут родители, ученики, чтобы ученик умел владеть четырьмя видами речевой деятельности, чтобы он говорил на языке, слушал, читал, писал, ну и, соответственно, сами разделы языка, из которых важнейшие лексика, грамматика и фонетика. Но помимо этого очень важно, чтобы весь, собственно, процесс преподавания ну, не был такой мукой. И очень сложно, на самом деле, когда мы говорим ребенку, с ребенком говорим исключительно категориями результатов.
Ребенок, он не может еще воспринять то, что лет через 10, если он там будет усердно учиться, у него будет, соответственно, какая-то перспектива, там, через 20 лет будет хорошая работа. А с ребенком важно и нужно говорить его категориями, и сегодня мы посмотрим, как это можно сделать. А сейчас попробую показать GIF-анимацию, которая демонстрирует, как мы можем, увлекаясь какими-то формальными вещами, упустить самое главное. Это, собственно говоря, нашего ученика. Вот таким образом покажу эту GIF-анимацию. А здесь мужчины строят снеговика, но пытаются делать все одновременно и на каком-то этапе упускают самое главное, упускают самого ребенка. Вот педагогика удивления, она в том числе и о том, как этого не допустить, как сделать так, чтобы, строя нашего методического снеговика, не упустить из вида ученика. И здесь прекрасно сказал Шалбам Нашвили, каждый урок должен быть осмыслен педагогом как подарок детям. Значит, тоже такое интересное наблюдение. Вот есть в отношении учителей некоторая несправедливость. Если мы возьмем любую другую профессию, ну, например, если я прихожу в поликлинику к врачу, а мне говорят, что врача не будет сегодня, я грустно ухожу домой, потому что я-то хотел подлечиться. Да, если меня грабят, я звоню в полицию, а мне говорят, что, вы знаете, полицейский будет завтра, перезвоните позже. Меня тоже это напряжет. А вот когда ученики приходят в школу, а к ним приходит администратор и говорит, вашего учителя не будет, а большая часть класса радостно говорит «Ура!», а часть класса, значит, может быть, это говорит не вслух, но тем не менее радуется. Вот такая некая несправедливость. Почему там так происходит? Не потому, что мы там какие-то плохие специалисты, да, а просто когда я прихожу к врачу, это мой собственный осознанный выбор, да? А ученики приходят на разные предметы с разным настроением. Здравствуйте. На самом деле они не всегда воспринимают урок как подарок. Посмотрим, что можно с этим сделать и как можно сделать так, что при отсутствии учителя ученики грустили, да, и ждали следующего урока. Да, я представляю, кстати, в этом году был в Новосибирске, плюс 4 часа. А, да, так оно и есть. Еще даже больше. Значит, ну и еще одна такая приветственная мысль, которая так отражает то, что сейчас будет происходить. Каждый урок должен быть осмыслен как подарок детям, и чтобы переваривать знания, надо поглощать их с аппетитом. Это сказал Анатоль Франс, а я нашел GIF-анимацию, которая демонстрирует, как следует давать материал нашим ученикам. Давайте посмотрим, это очень показательно. Это то, что, наверное, делает каждый мудрый учитель. Это то, что мы делаем как родители. И на самом деле этот маленький ребенок – это метафора. А также воспринимают материалы взрослые ученики и студенты. Очень важно, чтобы ученик сам открыл рот и захотел полакомиться тем материалом, который мы предлагаем. Поэтому тоже практические идеи, как это сделать, сегодня мы посмотрим. А каждый хороший урок, собственно, мы воспринимаем по-разному. И на самом деле для учителя это означает целый ряд категорий, да, вот что такое хороший урок. А для учеников, когда я проводил такое вот исследование в разных городах, в разных группах, много детей пишут, что хороший урок – это интересный урок. Значит, как я проводил исследование? Я давал листочек. Здесь мы писали, как ты представляешь себе идеальный урок, прилагательное, либо по-русски, либо по-английски. Потом поворачивали и писали дальше. И вот так получалось у нас такая знаменитая игра есть на русском языке, а это можно делать по-английски очень здорово.
какое-то прилагательное, заворачиваем следующее прилагательное, и получается объективная картина. И действительно, больше половины детей пишут, что хороший урок – это интересный урок. Хотя ответы разные. Есть кто пишет, что хороший урок – это короткий урок. Вот, кстати, я выступал в Мурманске пару лет назад, и там как раз была в первые дни полярная ночь. Там вообще уроки по 35 минут. Вот. Но дети, кстати, очень трудолюбивые, и как раз там не было, по-моему, ответа про короткий урок. Вот. Но, тем не менее, вот такое интересное наблюдение. Если мы говорим об интересном уроке, что такое интересное? Значит, эмоционально как-то вот он зацепил. Соответственно, каким-то образом нужно вызвать на уроке эмоцию. Один из способов вызвать эмоцию – это удивить. Эмоций может быть много на уроке. Да? Мы можем испугать ученика, у нас есть все для этого средства. Да? Мы можем, собственно, самым разным спектром эмоций руководствоваться, но удивление, чем хорошо, удивление – это когнитивная эмоция. Она автоматически связана с познанием, по сути. Поэтому я опираюсь на эмоцию удивления и, собственно, провозглашаю педагогику удивления. А что еще для нас важно? Здесь, к сожалению, я закрываю кусочек текста, но я буду его комментировать. А удивление – это признак небезразличного отношения к информации. То есть ситуация, когда наш с вами ученик осознанно и с вниманием относится к тому, что мы рассказываем. А потому что очень часто мы наблюдаем безразличное отношение к информации. Ученики отдельно, мы отдельно. Это особенно хорошо видно вот сзади, когда сидишь на уроке, есть ученики вовлеченные, есть ученики, которые вроде как что-то делают, но при этом их эта информация не цепляет. И, конечно, опять-таки, здесь я не говорю, что это исключительно там какая-то вина учителя, потому что ну, не всегда может цеплять, например, информация о том, что present perfect continuous образуется с помощью have, с помощью глагола to be, и с помощью окончания смыслового глагола. Да? Значит, важно как-то ее подать так, чтобы вдруг неожиданно это зацепило. Само по себе это зацепить ну, может достаточно только мотивированных изначально учеников. Очень важно, чтобы удивление происходило в безопасной ситуации. Удивить можно по-разному. Мы можем сказать, вот сегодня контрольная работа, сегодня тест. Удивили учеников? Удивили. Но результатом такого удивления будет страх. А наша с вами задача, чтобы результатом удивления, в конечном итоге, через цепочку удивления безопасной ситуации, чтобы результатом был интерес. И, собственно, с интересом мы все работаем, существует множество статей про интерес, да, но вот мою дорожку к интересу я предлагаю строить через удивление. И на самом деле первым о том, что познание начинается с удивления, сказал не я, а сказал Аристотель. Собственно, он так сформулировал, познание начинается с удивления. И мы это видим по маленьким детям. Маленьким детям, которые первый раз видят какие-то предметы, они их трогают, они их хотят там лизнуть, они их хотят, значит, повзаимодействовать как-то с ними, там, сломать, починить, то есть, причем сломать даже чаще, да, то есть они хотят их познать, по сути, а сначала эти предметы их удивляют, они смотрят, что это. И это, естественно, совершенно механизм, и важно это использовать. Чем мы можем удивить на уроке? Но мой любимый пример – это удивление фактом на примере слов, которые ученики, по идее, знают, но на самом деле не всегда осознают, что это такое. Ко мне приходят неязыковые факультеты, студенты, причем это, по сути, старшеклассники, там 8, 9, 10 класс, 11 класс, колледж. И они, скажем так, у них есть опыт некий негативный, обучение иностранному языку. Почему негативный? Потому что те, у кого сдают английский и куда-то поступают либо с английским, либо ну, как-то продолжают значит, в этой области работать. А я имею дело со студентами, которые осознанно ушли от английского и ожидали, что у них больше не будет такой радости в жизни. Но вдруг в расписании написано английский язык. И вот они ко мне приходят и говорят: вы нас не мучите, мы английский не знаем, у нас учителя все время в школе менялись, и все были плохие. Вот такой вот настрой
у многих, и с этим нужно как-то работать. Значит, как, собственно, я делаю на первых же занятиях, я стараюсь показать студентам, ученикам, что они знают не так уж и мало, что есть вещи, которые они знают, просто не осознают это. Здравствуйте, был у вас. Значит, я им показываю слова, которые вроде как они знают. Вот Explorer, например. Это не только интернет, браузер, да, но еще и исследователь. А Vanish – это не только такой порошок, или жидкость, по-моему, да, сейчас, но еще и что значит? А что значит Vanish, кстати? А я вам потом скажу, что мне дети отвечают. То есть Vanish – это не только такой продукт, но еще и такой глагол есть. Вот, что это такое за глагол? Мы, кстати, на самом деле можем очень много таких примеров. Я уверен, что у каждого такая коллекция есть. Угу. Замечательно. Да, 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 исчезать. А знаете, что говорят дети? Дети, ну не все, но есть дети. Причем они часто встречаются. Которые говорят, что vanish означает доверие. Я говорю, vanish, почему доверие? Дети мне говорят, ну как это? Розовый цвет, доверься ему, и пятен нет. Цитируют рекламу. Это еще меня подвигает к такой мысли, что вот в школе мы как-то фокусируемся на произвольном внимании. У нас большинство заданий, большинство вот прям с первого класса, на самом деле, задания идут на произвольное внимание, произвольное целенаправленное запоминание информации. Мы даем списки, мы даем правила, и ученики осознанно запоминают, потом нам сдают. Такой классической модели, если мы возьмем, да? А на самом деле сильно недооценена идея непроизвольного внимания и непроизвольного запоминания. Если мы так вспомним, очень много вещей мы знаем не потому, что мы это специально учили, а потому что это либо регулярно повторялось, либо это каким-то образом на нас произвело впечатление, и мы вдруг сразу это запомнили. Вот, собственно, со студенческих лет я помню, что мы учили длинные большие списки слов и сдавали их, но при этом слово constellation, созвездие, я запомнил сразу же, хотя никто его мне не задавал, потому что это было там на даче, там была международная команда, иностранцы были какие-то, вот что-то мы обсуждали звезды, и как-то оно... Костер там был, и вот запомнилось. То есть эмоция и вообще идея непроизвольного запоминания, это может работать лучше. И не отказываясь от произвольного, мы можем механизм непроизвольного внимания, непроизвольного запоминания тоже брать в нашу практику преподавания. Ну и, конечно, мой коронный вопрос – это слово «баунти». «Баунти» все умеют произносить. Ни от кого не слышал «бунти», все говорят «баунти». Все умеют писать. То есть даже те, кто пишут слово pen, ручка, через A, умеют писать bounty. Даже те, кто пишут cat через K, умеют писать bounty. Серьезно, совершенно. То есть те, кто, может быть, вообще не изучил английский, а изучал какие-то другие предметы. Но при этом... Ага, да, вот вы взяли, это называется, вопрос с языка. Действительно, что это означает? Первое основное значение – это щедрость. Но, если честно, я в таком значении... в прямом каком-то контексте, в текстах, в фильмах не встречал. Но на самом деле есть еще одно значение. Вот есть такое словосочетание Bounty Hunter у Стивена Кинга. Есть такое, то есть это уже как словообразование получается, да. У Стивена Кинга есть Bounty Hunters. В фильмах часто встречаются. Вот зачем они охотятся? Ух ты. Вот это вот ассоциация, это очень здорово. Целые курсы основаны на ассоциациях. Но проблема с ассоциациями, почему как бы, вот я всегда за ассоциации, но я как бы побоялся бы очень категоризировать, там, выпустить книгу, там, например, про ассоциации. Хотя как бы опыт от учеников есть, но у каждого ученика свои. То есть иногда ваша ассоциация прям хорошо сразу ложится у большинства учеников. А иногда, пока они свой какой-то, причем иногда и очень странные какие-то вещи бывают, вроде, с нашей точки зрения, но вдруг вот именно это у них сработало. Поэтому ассоциация – это такой механизм индивидуальный, но, безусловно, очень сильный. И вот здесь вот, я думаю, что ассоциация достаточно сильная у вас, она сработает
во многих аудиториях, да, но не факт, что на 100%, да? Не у всех. А, ну вот, собственно, Баунти я, честно говоря, встретил в фильме первый раз. И это говорили солдаты. Солдаты попросили Баунти у своего генерала. Это было в палатке. Какой-то боевик был, исторический боевик. Значит, и на самом деле я впервые озадачился, удивился и понял, что баунти еще означает подарок, довольствие или вознаграждение за голову, действительно, да. Но это, в принципе, охотник за, ну да, за драгоценным металлом в каком смысле? Вот он приводит преступника или убивает преступника, да, на Диком Западе и получает за это баунти, получает за это награду. То есть в широком смысле баунти это награда. То есть вы вполне можете сказать какому-нибудь там, если у вас есть некий зарубежный работодатель, там перевод, например, взяли какой-то, сделали перевод, и говорите «bounty, please». А из этих слов вообще складывается целая фраза. «An explorer vanished with his bounty». Исследователь исчез со своим вознаграждением. То есть на самом деле очень любопытное слово. Ученики практически никогда его не знают, и многие во многих взрослых аудиториях тоже баунти в первую очередь ассоциируются с островом, и остров действительно такой есть, но нам для практики языка это менее важное слово. А вот другие значения, конечно, можно использовать. А зачем я это еще делаю? Не для того, чтобы просто там блеснуть какими-то фактами. Я хочу, чтобы ученики... Да, кстати, вот, совершенно точно, да. Да, дети действительно говорят райское наслаждение. Что это делает? Это запускает механизм, при котором дети сами приходят и говорят, Петр Анатольевич, а вы знаете, что нац это на самом деле орехи? Или Петр Анатольевич, а что такое, например, Milky Way? И получается, что отвечая на эти вопросы, я удовлетворяю любопытство и вообще я меняю вектор. То есть не просто я спрашиваю, ученики отбиваются от меня. А наоборот, получается, да, ученики задают вопрос, а я отвечаю. Еще один пример, пожалуйста, вот такой. Давайте посмотрим на эти слова и скажем, что у них общего. Как вы думаете? Педагогика удивления, пока у нас первый пункт, значит, педагогика удивления, это удивление фактом, потом будет, ну, несколько будет этапов. Я сейчас могу вернуться прямо к определению. Немножко увлекаюсь какими-то вещами более, скажем, связанными с английским. Может быть, немножко переставил акцент. Что общего у этих слов? Значит, давайте я их запишу. Ну, с точки зрения смысла, согласен. Хотя, конечно, радар, он больше как бы наблюдающий такое устройство. А если на само слово обратить внимание, то есть получается, что мы переставляем акцент на слово. Вот если так их прочитать, ну, скажем так, посмотреть на них с разных углов. Ага, так. Да, совершенно точно, это называется палиндромы, когда слово может читаться одинаково и сначала, и с конца. Да, совершенно точно. То есть и race car, и каяк, да. Угу. Да, ну потому что писать всегда дольше, чем говорить. Вот, то есть это вот все удивление фактом. Давайте на секундочку вернемся. Значит,
Общая идея педагогики удивления – то, что мы должны вызвать эмоции удивления у учеников и спровоцировать у них вопрос. Собственно говоря, спровоцировать вопрос можно несколькими способами. Первый как бы отделение, да, это удивление фактом. И источником этого удивления является наша учебная дисциплина. Ну, в данном случае английский язык. А я здесь взял слова, потому что на уровне слов, на любом, собственно, уровне владения языка, можно подобрать те слова, которые, или те явления, да, которые удивят наших учеников. А второе удивление – это удивление методом. И удивление методом – это, собственно, когда учитель может, собственно, используя определенные инструменты, удивить своего ученика. То есть здесь уже не важно, какая дисциплина, да, а здесь важно, как подносится материал. Значит, что можно использовать для удивления методом? Самое естественное – использовать то, что ученики не ожидают. То есть брать на урок то, что вроде к уроку не имеет отношения. Например, если вы напишете глагол to be на доске, это одна ситуация. А если вы возьмете на урок камень и напишете на камне, то само по себе то, что это на камне, уже привлечет определенное внимание учеников. То есть мы берем предмет, не относящийся к преподаванию, и делаем из него то, что относится к преподаванию. Я назвал это дидактизация, превращение неучебного в учебное. Значит, что можно дидактизировать? Дидактизировать можно, в принципе, все что угодно. Первую идею я покажу, это дидактизация кружки обычной. Эта идея хороша перед летом, потому что если у учеников будет такая кружка, то они будут из нее, значит, целое лето пить напитки и помнить и английский, и, собственно, занятия свои, да, с вами. Значит, вот такая наклеечка. Я наклеиваю ее на кружку. И получается вот такая грамматическая кружка. Что мы здесь делаем? Мы наливаем в нее какой-нибудь контрастный напиток. Ну, в данном случае я возьму миринду. Наливаем первый уровень. Получается приказ-просьба. Read, help, eat. Приказ-просьба. Imperative. Наливаем дальше. Получается утверждение. I read, you help, they read и так далее. Да? Утверждение. Наливаем еще. Получаем общий вопрос. Did they help? Will you help? Do you read? Do you eat? И так далее. Да? То есть мы читаем сверху вниз в любом направлении. То есть то, что предложение написано сверху вниз, в этом есть как раз идея, потому что если мы наливаем еще, получится специальный вопрос. Например, when did they help? Значит, что делают наши дети частенько? Наши ученики частенько пропускают вспомогательные глаголы. Они вообще их не используют. И для них фраза where you live – это совершенно нормально. А если попросить в прошедшем времени, то нам могут сказать where you lived. И вроде как, ну, три слова по-русски, три слова по-английски. Значит, что делает грамматическая кружка в данном случае? Во-первых, пока вы это делаете, ученики на вас смотрят. Это очень важный момент, потому что если то же самое писать на доске, то получается, что вы поворачиваетесь спиной к ученикам, пишете эту схемку, а ученики даже часто не следят за ходом мысли, они хотят результата. Вот когда вы дорисовали схемку на доске, вас попросили подвинуться, и сфотографировали эту схемку с доски. Вот, собственно, часто мы такое наблюдаем, во всяком случае, вот старшеклассники точно этим грешат. То есть сфотографировали, вроде как присвоили материал, хотя на самом деле он не прошел вообще через когнитивную систему совсем. И второй момент, который в кружке важен, это то, что если вы пропустите do, did, вот вспомогательный глагол, получится как будто есть фанта, потом пусто, и потом фанта висит в воздухе. То есть для тех учеников, которые пропускают do, я говорю, хорошо, я признаю, что ваше предложение правильное, если вы сможете так отпить фанту, чтобы у вас сверху осталось, потом было пусто,
А потом было продолжение. Вот, собственно, я также покажу на слайде это. Таким образом, грамматическая кружка – это, собственно, удивление методом в области грамматики в данном случае. Что еще можно дидактизировать? Можно превратить в учебные перчатки. А вот этот палец у нас с чем ассоциируется в первую очередь? Приказ, просьба, да, делай что-то. Поэтому на него мы надеваем глагол. Например, read. Следующий палец, он, во-первых, посередине. Во-вторых, он самый большой по размеру, объективно. Да? Поэтому надеваем на него местоимение в роли подлежащего. Получается they read. Далее у нас есть мизинец. Мизинец – это как маленькие дети. Он самый маленький, он как дети. Дети часто задают вопросы. Дети – это люди-почемучки. А раз так, мы надеваем на него почему? Ну, или любой другой вопрос. Ну, и остается палец, который значит, в английском языке ring finger, а в русском языке безымянный, без имени. А раз он без имени, то на него мы надеваем то, что вообще никак не переводится. То есть do. Или, может быть, did. Таким образом, вот структура предложения, она озвучивается с помощью грамчаток, грамматических перчаток. И опять-таки сам формат, сама такая подача, она для учеников необычна. И ученики, собственно, видят, что они могут повернуть как угодно. У них всегда будет правильное предложение, как бы они ни повернули. Для этого надо только изначально правильно вспомнить ассоциации. Получается, вот, собственно, предложение на кончиках пальцев. Ага, так, я некоторые вопросы буду записывать, они такие большие, важные вопросы. А на самом деле такие вещи есть. Я про это расскажу вот, чуть-чуть позже, когда вот, подойду к тем пособиям, которые есть у меня, это вот для незрячих созданы. Значит, получается, что удивление методом я на данный момент связал с тем, что можно вот приобрести, да? Кстати, оно скоро появится на сайте титула English Teachers. Но на самом деле удивление методом это не всегда какие-то средства, вот, готовые продукты. А удивление методом это еще и то, как мы вообще подаем материал. В частности, мы можем с помощью просто вот прийти с ручкой на урок, без какого-то подготовленного материала и без какой-то методической, значит, закупленной специальной игровой, значит, техники, да, и уже удивить методом. Каким образом? Я, например, могу сделать так, и сейчас покажу вам, как это делается, чтобы эта ручка летала в воздухе. То есть я ее вот так возьму рукой, и она у меня будет летать в воздухе. А как будет летать заклинание? Как сделать, чтобы летало заклинание по-английски, как мы скажем, лети. Сейчас мы, нужно, для того, чтобы получилось заклинание, нужно сказать его вместе в чате. Fly, точно. Давайте посмотрим. Вот я беру ручку. И сейчас она, о, смотрите, она держится. Я ее не держу, вот она сама летит. А можно сделать, вот на самом деле, вы знаете, дети очень многие, причем начальная школа, вместо слова fly говорят Wingardium Leviosa на латинском. Это очень важный момент, потому что, вот опять-таки, почему педагогика удивления, почему опора на эмоцию, да? Потому что Wingardium Leviosa — это то, что для детей эмоционально окрашено. Они это запоминают на автомате. А слово fly, которое где-то в списке прозвучало, да, оно может не быть. То есть, конечно, это зависит от того, как вводилось это слово fly. Но
Действительно, странная вещь, но длинная Wingardium Leviosa часто дети знают лучше, чем короткая Fly. Значит, давайте попробуем, чтобы полетала книга. Для этого мы добавляем a book, добавляем please, потому что она тяжелая, надо посложнее, чтобы она летала, да? И скажем fly a book please. Так, итак, эта книга, так, она правда тяжелая, но она действительно летает. Вот она летает, я ее не держу, видите, как рука у меня прямая. Она у меня летает. Значит, ну, я покажу, как это делается. Это достаточно простой трюк, только не показывать это детям, потому что дети очень легко извлекают учебное из игрового и превращают это просто в игровое. То есть они будут с удовольствием показывать этот фокус, но уже без английского, без fly a book, please, а может быть даже с тем же самым Wingardium Leviosa. Значит, итак, вот летающая книга, а вот разгадка летающей книги. Это достаточно простая конструкция. То есть видите, как она не требует вообще никаких подготовительных действий. Вы берете ручку. Даже, собственно, можно не свою ручку, а можно ручку ученика взять. И фактически уже у вас готовый кусочек урока, причем который ученики не просто запомнят, они будут это повторять. Начальная школа старается поднимать. Более того, они действительно стараются без английского просто поднимать. Я говорю, ну смотрите, у вас не получается, потому что вы не говорите fly. А вообще лучше fly please. А вообще нужно с хорошим произношением и так далее. И получается, что как бы пока я знаю секрет фокуса, я контролирую то, как я его подаю. Значит, почему это еще работает? Мы говорили о непроизвольном запоминании, об эмоциях. Этими исследованиями занимался... Я на самом деле, кстати, дам еще ссылочку на более такую научную статью. Сейчас как-то больше говорю о практических вещах, но есть еще такая более серьезная как бы статья, описывающая ссылками педагогику удивления. Я ей обязательно поделюсь. Вообще я предлагаю дружить. Я сейчас дам пару ссылочек на себя в соцсетях, и там я размещаю материалы и размещаю собственно, полезные ссылки, статьи и видео. Итак, спасибо. Значит, какой еще механизм здесь работает? Вот. Хочу вам показать вот такую строчку. Она инспирирована профессором фон Ристорфом. Это немецкий ученый, который занимался собственно, вопросами памяти и внимания. И в данном случае это тоже хорошо ложится в нашу теорию, потому что если мы сейчас уберем эту строчку и попросим, я только надеюсь, что у вас нет возможности сейчас, собственно, подсмотреть и вернуть. Я не знаю, в этой среде вебинарной можете ли вы прокручивать презентацию. Давайте попробуем, не подсматривая, написать, что вы помните из этой строчки, которую я показывал. То есть здесь напрямую непроизвольное запоминание. То есть не было задачи изначально совсем никак озвучено, что нужно что-то запоминать, да? Ну, вот просто что вы помните? Может быть, какой-то знак, символ в этой строчке. О, три целых. Как когда такие, вы знаете, я несколько раз же уже, ну, как бы я видел эту строчку много раз, но мне кажется, я бы сам столько не вспомнил, сколько вот сейчас, например, Елена или Диана написала. Да, это круто. Я не знаю пока, насколько это точно, потому что сейчас сам проверю, но это круто, если вы такими блоками запоминаете. Это, видимо, профессиональное уже. Но фон Ристорф, собственно, считал, что в этой строчке в первую очередь... Так, да, нет, это круто. Давайте вернем. Да, действительно, ND. Здорово. Значит, на что я обращаю внимание? Да, на то, что запомнилось то, что в начале. То есть, если мы начинаем какую-нибудь тетрадку, да, лучше написать в начале не легкую тему, а наоборот, какую-нибудь ошибкоопасную тему или сложное слово. А дальше мы запомнили 8, потому что это единственная, практически у всех 8, да, это единственная цифра среди остальных букв. И мы запомнили H, хотя я признаю, что здесь я
немножко неудачно я сменил фон, и получилось, что H, наоборот, менее яркая. Да, она должна была быть красной, например. Но, тем не менее, мы обратили на нее внимание. А что это показывает? Что мы обращаем внимание на то, что как-то отличается от нашего опыта, либо как-то отличается от нашего линии восприятия. То есть, если вы каждый урок приходите с учебником и один раз приходите с грамматической кружкой, то просто по факту появления кружки ученики уже значит, этот материал запомнят. А вот если вы, наоборот, каждый день приходите с грамматической кружкой, а один раз приходите с учебником, то, соответственно, тогда запомнится факт использования учебника. Давайте посмотрим еще конкретные какие-то вещи. Как можно удивить методом? Какие еще могут быть методы? Расскажу об учебных играх, которые можно использовать в группе. Учебные карты. Учебные карты тоже это удивление методом. Причем, когда я выступал, скажем, какие-то первые были у меня выступления по учебным картам, это сначала удивляло администрацию, потому что не все представители администрации понимали, что, собственно, нужно, что игра в карты может быть учебной. Да? Значит, в чем заключается идея? Каждый ученик от 2 до 15 человек, ну, можно и больше, но это вопрос пространства, общего стола, организации работы. Так карточек хватает и до 18 учеников, да? Но от 2. Каждый берет карты. И после этого надо от них избавиться. Значит, каким образом это происходит? Мы для этого берем, значит, выкладываем одну из своих карт. Сейчас я это продемонстрирую. Например, Frozen Toad. Я кладу ее. И на эту карту можно положить freeze, froze, глагол, да? Teach, taught, taught. То есть тот же самый глагол, но в другой форме. Либо ту же самую форму. Ну, по сути, по принципу домино. Значит, в чем здесь есть особенности? Дело в том, что тот может быть и второй, и третьей формой. И раньше, даже в самом первом издании, я писал тот 2, тот 3. И получалось, что ученики начали играть по цифрам. Они клали 2 на 2, 3 на 3. Они даже озвучивали так. Они говорили 2 на 2. Представляете? Значит, а здесь в таком формате слово frozen относится к третьей форме, к participle. Поэтому тот тоже здесь считается такой же формой. То есть frozen указывает на общую принадлежность карточки. То есть для того, чтобы поставить карточку в нужное место, нужно знать оба глагола. Да, оба изменяющихся глагола. Но есть особые карты, вроде cut-cut-cut, put-put-put. Их можно поставить в любое время и сказать, теперь хочу инфинитив, теперь хочу пас. Игра в карты вот таким образом, кстати, сейчас особенно актуальна, потому что конец года, дети не хотят учиться. И если это не экзаменационщики, то и у учителя не остается сил каких-то, да, потому что очень интенсивная работа с экзаменационщиками идет. И дети немножко расслабленные, а здесь получается, что вот один раз мы играем в учебные карты, потом мы чем-то занимаемся, а дети сами обычно вспоминают об этом. Вот я прихожу на занятия, у меня просто учебные карты лежат, просто пачкой. И мы делаем что-то другое. И дети говорят, а в карты мы будем играть? И я уже как бы отвечаю. То есть, опять-таки, вот этот момент важный, чтобы ученик задал вопрос, а я уже на него ответил. То есть я все время провоцирую, иногда ну, какими-то манипулятивными делами, но я стараюсь, чтобы ученик задал вопрос. Потому что человек воспринимает гораздо лучше то, про что он спросил, чем про то, что спросили его. А, ой, замечательно. Угу. Я тоже в свое время делал самодельные карты и вышел просто на такую вот какую-то промышленность, после того, как увидел, что это реально очень здорово работает. Да-да-да. Угу. А по времени, вы знаете, первое время я играю больше на уроках. Иногда до полурока даже. А потом играю меньше
И по сути, вот, ну, действительно, игра рассчитана от 5 до 15 минут. Я понимаю, что если у меня пара полтора часа, то это мало. А если это в условиях урока 40 минут, или вот Муромской полярной ночи 35 минут, да, конечно, 15 минут это много. Значит, что происходит тогда? Я кладу действительно эти карты на стол, и ученики сами меня спрашивают, будем ли мы играть. Я говорю, смотрите, вот это, вот это, вот это надо сделать. Потом будем играть. И время находится силами самих учеников. Они меньше отвлекаются. У нас же есть некое непродуктивное время на уроке. Вот, собственно, это непродуктивное время, его становится меньше. А в отношении времени даже вопрос не сколько, а скорее, когда играть. Значит, есть несколько стратегий. А хорошо, если вот четко хотите контролировать, играть можно перед звонком. Минут за 10, например, или за 5 даже. Начинаем играть, звенит звонок, и уже дети спрашивают, а будем продолжать, а мы хотим продолжать, а давайте выясним, кто победитель. Инициатива от детей, а не то, что вот учитель говорит сейчас, звонок для учителя, да? И второй момент. Мы в любой момент тогда можем остановить игру и сказать, все, звонок, у кого меньше карт, тот выиграл. О, кстати, Диан, действительно, круто. Тогда можно и посередине. Но дети как бы тоже увлекающиеся. У меня тоже есть так одна из таких игр, которую я на открытом уроке как-то использовал. Она хорошо очень была. Но я ее не собрал у детей, а сразу перешел на следующий этап. А дети продолжали ее там набирать слова. Да? Поэтому здесь важный момент, чтобы дети остановились в игре в какой-то, это, по сути, прервать контакт ребенка и игры, собрать карточки. Да? А так действительно, да, время, в общем-то, вы на самом деле контролируете время. В том числе даже в такой игре, где это предсказать невозможно на 100%. Игра может быть и 5 минут, игра может быть и 15 минут, если это правильно глагол. А причем, что интересно, игра с частным учеником, она дольше. Игра вдвоем, она дольше. А игра с группой, она быстрее. А первая игра всегда дольше, чем последующая. Потому что тоже есть опыт какой. Начинает использовать учитель мою игру. Или, например, используют, ну, мы вместе играем. Игра происходит долго. И говорят, что ну, это очень долго. Долгая игра, да? А на самом деле она долгая, потому что первый раз надо объяснить правила. Каждый дольше думает, потому что еще не знает стратегии игры. И на самом деле, вообще, кстати, взрослые вот учебные карты играют обычно, ну, первый раз сложнее им, чем детям. Дети многие правила схватывают, большому счету, на лету. И хорошо это видно, ну, на третьей, на четвертой игре, сколько реально будет занимать игра времени. Да? Еще несколько покажу игр вот, из серии «Удивление методом». Вот, кстати, та игра, о которой я говорил, игра, которая, собственно, которую я никак не мог отобрать на открытом уроке. Она построена по классическому 15-му принципу. Здесь можно составлять слова. Букв 17. Частью букв пришлось пожертвовать. А слов можно составить 10 500. Это объективное число. Я набрал его на сайте Wordmaker. Получил вот это вот число. Еще и список получил. Можно меня проверить, эти буквы набрать. Или пройти по мне по ссылочке на страничке. Собственно, увидеть вот эти слова. Значит, поле это универсальное. То есть, если вы занимаетесь с второклассником, пожалуйста, там животные. Если вы занимаетесь со взрослыми, я здесь набирала медицинскую терминологию. То есть, конечно, не все слова можно набрать, но очень приличное количество. Ну и если у вас две игры, то на скорость. Вот сейчас я знаю, так работают лагерь летний в Самаре, там Daycamp. Там ребятки между собой соревнуются, кто быстрее составит определенные слова. Такая же есть и на грамматику, но там надо составлять, соответственно, предложение. Ну и еще говоря об учебных картах, причем, да, причем учебные карты я, наверное, не все буду рассказывать, потому что карты сложно рассказывать, их лучше, конечно, пробовать играть. В этом плане, кстати, вот тоже, если вы меня пригласите очно
выступить в городе на городском семинаре, то или в школу от коллектива, то я с большим удовольствием приеду, поиграю в карты. Значит, несколько игр покажу. Игра, которая здесь перечислена, вот, называется очень так нескромно The Best Game. Ой, замечательно. Да, это из тех игр, которые, собственно, распространены. Потому что есть пособие, вот скажем, Vocabulary Puzzle, он в основном у меня только, да? А вот, вот эти вот карточки ВАКО, они достаточно широко распространены. Значит, The Best Game почему так называется? Не потому что она лучшая, как бы как-то нескромно очень, а потому что она на степени сравнения прилагательна. Например, на bad можно положить good или best, либо на bad можно положить worse. То есть та же форма, либо тоже прилагательна. И опять-таки, вот ребенок кладет глаз, и у него должен возникнуть, и чаще всего, опять-таки, играет группа, человек там, 7-8. Обязательно кто-нибудь обратит внимание и скажет, глаз, разве можно сравнивать? Степень сравнения разве есть? Я даже могу спровоцировать, я говорю, а почему? Ну, смотрите, у нас вот наше окно самое стеклянное во всем районе. То есть спровоцировать вопрос, это очень важно, да? На самом деле ситуация с глаз совершенно нормальная. На глаз следующий ученик положит какую-нибудь любую другую начальную форму, там, позитивную, да? Например, beautiful, а дальше уже можно уйти там в more beautiful, the most beautiful. То есть для игры глаз опасности не представляет, но хорошо, если ученики это замечают. И опять-таки, не просто вы диктуете правила или говорите, что учить, а получается, что вы отвечаете на вопрос ученика. Что можно еще сделать с этими карточками? С любыми карточками можно не только играть, но и, например, гадать. Значит, гадание на английском языке – это тоже момент удивления, потому что это тоже относится к удивлению методом. Потому что, ну, обычно мы этим не занимаемся на английском языке. Значит, я беру какую-то карточку из колоды и предлагаю написать, вот мы сейчас можем это сделать, что вы хотите с ней сделать. Вот что бы вы хотели сделать вот с этим существительным. А я потом раскрою, что это за существительное. То есть более типичная работа – это когда мы даем существительное, а потом предлагаем к нему словосочетание. А здесь, наоборот, мы не видим существительное и предлагаем, собственно, к нему какие-то сочетания в формате гадания. А я потом скажу, что это за существительное, мы посмотрим, сравним, что у нас получилось. Давайте попробуем. Вот нужно написать какие-нибудь глаголы. Глаголы, что вы хотите с ним сделать. Так. Так. Ой. Так, decorate. Кстати, в этом плане очень удобная форма чата, потому что обычно я эти слова записываю на доске или прошу записать учеников. Так, сейчас я дам ссылочки. Ну, давайте сейчас мы проведем гадание, я обязательно дам ссылочки. Вообще они появятся на сайте English Teachers. В новом учебном году они будут на сайте титула. Ой. У меня какая-то штучка появилась. Ага. Ой, я не знаю, что здесь нажать. Вот. Да, ссылочку я сейчас дам. Да, да. Это уже, по сути, второе издание. Первое было очень такое, ну, не широкое, скажем так, фактически апробационное. А сейчас это издание вот такое широкое. Вот здесь где-то написано, вот степень. Значит, давайте посмотрим. Итак, показываю, что это такое. Опять-таки, каждую ситуацию вы можете развить в свою, ну, как бы в целую ситуацию разговора. Например, you want to buy it from whom? Why do you want to break it? Да? Who will cook it for you? То есть вы из ситуации просто сочетания можете сделать ситуацию разговорной. Давайте посмотрим, что это за существительное было. Это дети, children. И теперь мы все помним, что мы написали. Давайте-ка посмотрим, все задокументировано. You want to eat children?
Ну, конец учебного года, в принципе, я вас понимаю. You want to remember children? Кстати, актуально. Имена запомнить в самом начале года, тем более. You want to leave. Там, with children, например, да? You want to decorate children, украсить их как-то. You want to... Опять-таки, мы же не знали, это одушевленно или нет. You want to paint children. You want to move children. You want to write to children, probably. You want to break children. You want to build children, to buy, to count children, and to break children again. Как-то много break. На самом деле так получается гораздо интереснее, чем если бы вы сказали сначала children, а потом предложили составить какие-то глаголы, да? И так лучше запоминается, так есть эмоция, и неожиданные комбинации, они рождают ощущение удивления. Опять-таки, кстати, для этого не обязательно какие-то покупные карточки. Это же могут быть... Чем хороши покупные? Тем, что вы выбираете. Но я должен признаться, что children было у меня подготовлено. Это интересно, все дает такую комбинацию. Но как минимум есть ощущение, или вы, правда, можете дать детям выбрать из колоды. Вот. Здорово. Да. То есть вы как бы, ну, как бы это можно сделать действительно на формате вот другом, да, но при этом сама эта идея, она будет работать. А стикеры это вот как бы в формате гадания или в каком смысле стикеры? Спасибо. А здесь еще какой интересный момент. Мы же здесь, опять-таки, безопасное, значит, удивление, безопасная ситуация, интерес. Ух ты, я понял, I understand. Здорово. Вообще, кстати, еще очень важно, когда свой кабинет. Когда у меня ситуация, когда я меняю постоянно кабинет, конечно, невозможно полностью использовать среду в данном случае, да? Но каждый из нас это знаком с большими сумками, с материалами, которые мы переносим с собой. Тем самым ученикам интересно учиться, нам интереснее учить. Какой интересный момент. Мы не должны оценивать здесь смысловые вещи, например, eat children, вот, не попал, плохо. Мы должны скорее говорить о сочетаемости. Ну, например, у меня было слово man, а мы гадали, предлагали прилагательные, не зная слова man. И вот ученики мне предложили cozy. И получилась интересная ситуация. Уютный мужчина. Мы обсуждали потом, вот бывает ли уютный мужчина, и какие примеры там. Cozy man, это были старшие ребята. Оказалось, это, ну, полезная, интересная вещь, потому что мы вышли в спикинг определенный, да, и вообще вышли на ситуацию, когда в русском языке, значит, например, трава у нас высокая, в английском длинная, то есть вот вопрос сочетаемости. Ух, сейчас вот я буду вам завидовать, у меня такого нет удовольствия. Но, конечно, да, главное, что если вы это используете, то это очень важная, нужная вещь. Так, конечно, многие вещи я начал делать как раз в условиях, когда у меня ничего нет, и когда кабинет, собственно, нет. Конечно, чемоданчик с играми, он решает многие задачи. Ну, давайте посмотрим на... я обещал ссылочки. Значит, во-первых, я дам первую главную ссылочку. Здесь пока этого нет, но оно появится. Я так подозреваю, что, наверное, к началу года учебного, хотя, может быть, и летом. Это сайт English Teachers от титула. Затем моя группа Surprise Pedagogy, где периодически мои партнеры предлагают игры. Потом непосредственно сайт учебных игр. Так, ну, наверное, это самое главное. Вот эти контакты, да? Ну, собственно, конечно, особенность вот этих игр в том еще, что они должны быть с кем-то.
есть игры и методы, которые используются самостоятельно, да, а здесь игры, получается, они такие групповые. Так. Вот, вот этой идеей хочу поделиться. Эта игра бесплатная. Ее можно скачать. Единственное, что пока что она только для Android. Поэтому я так кратко представлю идею. Значит, попробую даже вот так. Значит, words match. Значит, в чем заключается игра? Colors, animals. Так. Будем играть против Боба. Старт. Значит, кстати, эта же игра, та же самая, что я показывал, только в электронном виде, по сути. Вы берете карточку. У нас какая там? Да, green. Так, ага. Weekday. Day. Так, вот посмотрите, weekday и day. То есть мы играем до тех пор, пока тема не совпадет. Как только тема совпала, тот, у кого тема совпала, он берет карты. Вот у меня совпало. И в данном случае у меня на кону green, а внизу у меня... А, да, внизу у меня day, black и holidays. Вот если я положу на green black, тогда я возьму остальные. Поэтому я должен положить что-то еще. Например, я кладу day. То есть надо сделать так, чтобы тема не совпала. А вот у моего соперника совпало. Weekday. То есть я теперь не могу положить weekday и holiday, потому что это все касается времени, да, определенного дней. Поэтому я кладу black. Sunday. А у меня holiday. Sunday, holiday. Он все-таки меня подловил. И в данном случае я кладу holiday. И у меня совпало вот тема у меня теперь внизу. Так. Вот такая вот игра. Можно ее попробовать. Игра бесплатная. Сейчас, одну секундочку, кто-то... Я вернулся. Так. Третий большой серьезный блок. Было удивление фактом, было удивление методом. И сейчас мы подходим к самому важному, удивление собственными силами. Если ученик удивлен фактом, то его удивила в первую очередь учебная дисциплина. Английский язык, те какие-то факты, на которые обратил внимание учитель. Если он удивлен методом, то его удивил сам учитель, и он относится к учителю как к волшебнику, который может из чего-то не очень интересного сделать что-то вау. Но очень важное и самое сложное – это сделать так, чтобы учитель смог удивить ученика его же собственными силами. Вот как раз, когда ученик приходит и говорит, я ничего не могу, а потом на уроке он вдруг что-то может. И это такая очень важная вещь, и сделать это сложнее всего. И здесь Василий Александрович Сухомлинский прекрасно сказал, провести человека через детство и отчество по пути изумления собственными силами, в этом кроется наша педагогическая мудрость. Приведу несколько примеров, как это можно сделать. Вот этот мой инструмент называется граммик, грамматический кубик. Почему я его отнес в удивление собственными силами? Потому что как бы вы ни повернули, у вас всегда получается правильное предложение. То есть здесь совершенно невозможно сделать ошибку. Так, я извиняюсь, у меня это... Ну, я буквально на одну секундочку. Кто-то пытается ко мне войти.
I'm sorry. Форс-мажор, я вернулся. Так. Да, не, это не телефон, то в дверь позвони, в том-то и дело. Да, значит, я единственный сейчас дома. Так, значит, мы возвращаемся к граммику, к грамматическому кубику. Ученик удивлен, почему? Потому что он поворачивает как угодно и получает правильное предложение. Вот давайте посмотрим. Наши хоккеисты. Как они играют обычно? Как они сыграли с Францией? Там 8 было в нашу пользу, да? Как они сыграют в финале? Как они могут сыграть? То есть все предложения правильные. Таких предложений 364. То есть вот такие комбинации дают 364 предложения. А многие ученики вообще не очень воспринимают, что новое правило, которое они изучают, оно дает какие-то практические бонусы. То есть я всегда стараюсь показывать правила как окно возможностей. Не просто вот сегодня мы изучим Future Simple. А то, что сегодня вы сможете с помощью этого материала делать вот это, вот это, вот это. И вот это число очень конкретное, 364, оно очень в этом плане помогает. Вот скажите мне любой номер, я его зачитаю из книжки, и мы соберем такое предложение. Так, вот у меня список. О, 333. Ага. Ну хорошо, давайте как первый номер. 333. Так. О, вот оно. 333 номер. Так. Когда ты будешь читать? When will you read? Вот такое предложение. Ну, давайте прям, да, давайте тоже 152 тоже сделаем. Ну, в принципе, вот здесь точно такой же. 152. Вот. Почему мы играем? Наверное, не очень хорошо видно. Почему мы играем? Why we play. И надо придумать еще вспомогательный глагол. Но почему мы играем? Обычно, да, получается do. Why do we play? Вот так это набирается на граммике. Значит, это такой классический граммик. Вот, в таком виде. Давайте посмотрим на другие виды граммика. Но до этого еще на такой момент хотел обратить внимание. Дело в том, что граммик – это еще и хорошая вещь для кинестетики. У нас 30% детей воспринимают мир через прикосновение, они кинестетики. А мы мало что им даем. Мы много даем визуала, мы в лекционном формате много даем аудиалам, хотя аудиалов всего процентов 10, а визуалов много, но тем не менее кинестетиков почти столько же. По отдельным исследованиям кинестетиков даже больше, но если так массив посмотреть исследований, то все-таки отмечается, что кинестетиков порядка 30%, ну, визуалов все же немножко больше. Но кинестетикам мы практически ничего не даем. Значит, как вы можете определить кинестетика, так запросто на глазок, это обычно те дети, у которых вот в ручке отломана эта штука, да? Потому что они постоянно, вот они занимаются, и в это время одновременно, не потому что они вредные какие-то, или хотят отвлечь кого-то, а вот просто вот они постоянно манипулируют с предметами. И если бы они манипулировали осознанно и с полезными предметами, то они бы заодно учились. Значит, вот первый объект манипуляции, да, грамматический кубик. Граммик, или я еще говорю, грамматический спиннер. Тогда дети сразу начинают понимать вообще, как с ним работать, да? А сейчас покажу еще один. Он такой деревянный, сделан на магнитах. Вот такой вот. А слова здесь те же самые. На самом деле преимущество в том, что его можно как угодно закреплять. Давайте посмотрим, как это работает. Значит, я беру стол. Будет у нас импровизированный стол. Так, ну, насколько можно я приблизил. Но я общий принцип покажу. Я думаю, что будет вот
общий принцип понятия. Слова там. Слова здесь те же самые, что и на большом. Так. Значит, я разделяю граммик и кладу в произвольном порядке. Например, кладу help, потом when, потом they и потом do. Положил на столе в произвольном порядке. После этого я предлагаю ученику закрыть глаза и, посмотрев на элементы, восстановить правильный порядок слов. Я закрываю глаза. Сначала ставлю вопросительное слово, потом вспомогательный глагол. Так, давайте посмотрим, что у меня получилось. У меня должно быть ой. Слушайте, а у меня неправильно получилось. У меня получилось when do eat I. Значит, ну, на самом деле здесь, ну, может быть, я невнимательно посмотрел. Но на самом деле, пожалуй, даже хорошо, что неправильно получилось, потому что я хочу продемонстрировать то, что когда мы так составляем, мы снимаем некий такой стресс сделать ошибку с ученика. Потому что если он с закрытыми глазами делает ошибку, это не потому, что грамматику не знает, а потому что закрытые глаза. И в этом плане эта игра, она вот смещает внимание, да, на другое. А вообще это интересно еще производит впечатление. В начале года ученики приходят с открытыми глазами, они могут составлять предложение, а к концу года они составляют с закрытыми глазами. И это даже больше удивляет родителей, чем учеников. Вот, да, это мое изобретение. Конечно, я, наверное, как и все мы занимался и вот паровозики, и различного рода вот форматы, когда мы работаем с элементами. Это я в детстве проходил, да? Но моя принципиальная идея была подобрать такие слова и так это все соединить, чтобы всегда получалось правильное предложение. А дальше другие виды граммиков уже рождались вот из необходимости усложнить задачу или сделать это в другом материале. То есть это уже было развитие вот этого патента, который изначально вот был вот, вот такой. Ну и еще один инструмент покажу. Это распечатка. Граммик, напечатанный на 3D принтере. Он действительно напечатан. И в этом плане сама по себе, опять-таки, сам продукт, он для детей интересен, а тем, что он напечатан. Значит, здесь сменные панели. Сейчас их поставим. Раз. Сменные панели. Значит, в данном случае я набрал длинную фразу. Я набрал «We wanted them to stop working». Вот такое, такая длинная фраза. То есть вот этот граммик, он уже для грамматических гурманов. Здесь, конечно, надо уметь знать, что вставлять, но при этом можно фактически любые времена английского глагола, модальные глаголы, а можно вот такие конструкции. Давайте посмотрим. Может быть, не в прошедшем, we want them to stop working. А может, мы не хотим, чтобы они останавливались, пусть работают дальше. We want them to work. А может быть, мы сами хотим работать? We want to work. А может, нам нужна вообще работа? Просто нужна работа. We want work. То есть здесь, поворачивая, мы можем, соответственно, манипулировать смыслами и манипулировать конструкцией. Значит, что здесь еще для нас будет интересно? Он разбирается на кусочки. Такой универсальный, получается, да, солдат. Он, кстати, совершенно неубиваемый. Его ронять там можно сколько угодно. Он даже, ну, как бы, ученик меня поджигал, и он не поджигается обычными зажигалками, антивандальный. Но это уже момент производства. Сама идея, конечно, здесь вот в том, чтобы он вот менялся. Да, про эти вещи, ну, вы можете мне написать, либо действительно меня присоединить в друзьях, и я обязательно напишу, когда это появится вот на English Teachers. Вот. А так, конечно, мне это очень самому помогает. Вообще, все, что я сейчас рассказываю, это то, к чему я пришел
занимаясь учениками. И, по сути, я занимался какими-то отдельными вещами, и потом увидел, что все, чем я занимаюсь, по сути, я стараюсь так или иначе удивить ученика, вызвать у него вопрос, а потом в ответ уже, собственно, получить от него какую-то реакцию. Вот, замечательно. Покажу, как это еще работает с другими, с другим материалом. Например, может быть буква. Вот, например, это Ш, а это Ф. То есть мы работаем со звуками и сочетаниями звуков. Мы можем работать с цифрами. Например, это цифра 1. А у нас может быть там 7 plus 5. То есть математика. А может быть у нас год 1937. Как читается, да? А может это время? Без 23 минут 8, да? То есть получается, что... Ну, я думаю, что к началу учебного года у меня это уже доступно как у автора, потому что я первым с производства получаю, да? В принципе, можно у меня, я думаю, заказать, да? На сайте English Teachers я тоже буду посылать. Вот. А по стоимости получается, ну, в среднем вообще мои игры начинаются от 200 рублей, и дальше зависит от того, что это за материал. Я тогда лучше пошлю тогда такое сообщение, потому что я как больше как, чтобы идею показать. Вот. Но вот из всех граммиков это, конечно, наиболее такой по стоимости большой, потому что он действительно печатается 19 часов, такой граммик. Вот. Но, конечно, для занятий с учеником, со специалистом, он наиболее полный. Скажем, родителям я рекомендую более простые варианты. А здесь получается, что можно набрать любые предложения, любые конструкции. Но что я заметил? Значит, я заметил, что ну, большинство моих игр, они от второго класса и старше. Но при этом есть опыт интересный, я сейчас тоже поделюсь ссылочкой. Я объявлял, и сейчас до сих пор это действует, приз за видео. И неожиданно мне прислали видео, которое я сам не ожидал, как бы я не знал, что такое бывает. Но по вот этому граммику занимается девочка-дошкольница. И очень даже здорово. То есть это то, что я сам еще не делал. Я занимаюсь более старшими. Ну, в принципе, индивидуальные занятия с первого класса вот с граммиком. А здесь вообще девочка-дошкольница. Причем она очень так уверенно и вставляет эти штучки, и именно строит предложение. А цифры можно, цифры действительно можно с самыми младшими. А если у вас серьезные конструкции, то здесь, в принципе, я с старшеклассниками, с девятым классом занимался. Здесь скорее вопрос, значит, уровней. Причем очень важный момент. Дети воспринимают это как игру, а взрослые как модель. И teenagers тоже воспринимают это не просто вот поиграть. Хотя у нас есть там, кто быстрее составит. Или два ученика с закрытыми глазами составляют на деревянном граммике. Тоже очень интересно это происходит, потому что они как бы мешают друг другу немножко. Я сейчас на этапе согласования, как только разрешение получу у этих детей, я размещу это видео, как между собой ребята играют с закрытыми глазами. Значит, то есть вопрос в том, что... Для детей это игра, а для взрослых это больше вот модель. И самое интересное, что действительно они после того, как они четыре элемента пробуют, после этого вот, не делают ошибки. Ой, давайте я тоже имейл напишу, действительно. Тичи Степичев. А еще у меня есть имейл gamespa@ya.ru. Game, потому что игра, а спа это Степичев Петр Анатольевич. Либо можно запомнить гейм, а это игра, а спа это вот, знаете, такое расслабление, спа. Вот. Ну и мои вот эти вот контакты, которые касаются моих групп. Вот. Я еще в конце тоже покажу контакты. Значит, вот теперь хотел бы вернуться к вопросу, который задавали мне посередине про незрячих и слабовидящих детей. Мне сейчас сложно судить про пособия. Я только знаю, что пособий этих не очень много, и это всегда сложнее. Да? Но, в принципе, у меня есть контакты, я
могу поделиться сейчас немножко не сходу, потому что под рукой нет. Но я, значит, имею такие контакты. Но что я лично могу предложить? У меня есть специальный граммик со шрифтом Брайля. Причем инклюзивный. Здесь видно и слово, и шрифт Брайля. Правда, инклюзивных совсем мало. У меня в основном они вот просто с шрифтом Брайля. То есть я делал два тиража. Значит, давайте посмотрим. Здесь, кроме слова, еще и точечки. И вот такие вот граммики я по запросу от школы или от ученика, просто масштабы разные, да, либо один это граммик, либо на школу это несколько наборов. А я посылаю бесплатно, это программа нашей Национальной ассоциации преподавателей английского языка, я рассылаю вот в школы, в интернаты, либо тем, кто в этом заинтересован. И вы знаете, дети незрячие, они очень здорово. Раз, раз, раз. И составили предложение. Более того, есть интереснейший опыт в Казани. Вышла, значит, девочка на дуэль с зрячим студентом. Девочка, правда, с иньяза. А зрячий, значит, студент, он не языковой факультет. Потому что семинар был такой общий, большой семинар. И незрячая девочка его победила. Потому что он там что-то путался, там, when, where, пока он там думал, причем она его в скорости победила. Она так раз, 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 и повернула, и получила предложение. И вообще я буду стараться все мои игры делать инклюзивными по мере получения вот, ну, такой возможности, потому что инклюзивные всегда производство дороже. Дополнительное производство. К базовой модели еще дополнительная пленочка. Вот, ребенок у меня маленький совсем, 8 месяцев. Но я думаю, что я пытаюсь с ним какие-то, он присутствует на уроках периодически, я думаю, что что-то воспринимает, но пока осознанно я не обучаю его. Я думаю, что это будет интересный такой первый ребенок, то он даст вдохновение для того, чтобы родились методики более младшие. Пока что я не обучал детей до 6 лет. Я знаю, что есть интересные эффективные вещи, но вот так глубоко его не завязал и старался брать детей постарше. То есть как бы старше со школы или год до школы, чтобы в школе было потом удобно. Вот. Да, наверное, лучше всего найти частепищев, а я, соответственно, посмотрю, у меня к началу года точно будет тираж. И сейчас у меня вот какие-то, то, что осталось с этого учебного года, у меня тоже есть несколько граммиков. Я думаю, что даже и сейчас я мог бы послать несколько первых таких граммиков для незрячих. Вот. Угу. Еще, да, покажу одну идею. Вот две такие идеи. Одна это идея самопроверки, потому что мы можем удивить на каждом, на любом этапе, в том числе на этапе контроля. И в данном случае, спасибо. В данном случае, вот как можно провести multiple choice, интересно. Вот эта вот серия проверяйка, которую мы сделали с Iris Press, вот сверху написано, когда кто-то чихает, что надо отвечать. Если вы отвечаете be healthy, неправильно отвечаете, то вы не можете вытащить сверху, значит, карточку. А если вы отвечаете правильно, bless you, то карточка вытягивается. И таким образом можно проводить опрос. И у кого больше карточек, давайте посмотрим следующий, пожелайте приятного аппетита. Если ответ неправильный, то карточка держится. Вот, карандаш. А если ответ правильный, то карточка вытягивается. И выигрывает тот, у кого больше карточек. А те карточки, в которых ошибка, вы можете потом переложить в начало. То есть здесь все карточки вытаскиваются. И в начало перекладываются те, в которых были ошибки. То есть это такой self-study в какой-то степени происходит. Единственное, что здесь тоже на два лагеря разделились коллеги. Кто-то говорит, что не стоило сами задания давать на русском. Но так как это во многом ориентировано и на родителей, то здесь задание все-таки на русском, чтобы дети точно поняли, что от них требуется. А так я даже знаю тех, кто... спасибо большое. А мне кажется, да, я же выступал в Новочеркасске, мне даже кажется, что... Да, хорошо. Я должен был издатель либо послать, если это та школа, о которой я подумал. В общем,
обязательно пишите мне, чтобы я это еще раз все проконтролировал. Вот. Значит, детям действительно это нравится, и я им даже даю на дом, они просят. Вот. Ну и последнее покажу вот такую штуку. Это для составления рассказа. Значит, my name is, и вы выбираете имя. I am столько-то years old. Вы выбираете возраст. Можно свой собственный возраст, вот сюда вот. А можно возраст какой-то придуманный. Например, здесь есть 100. Вот здесь, кстати, интересная вещь. А когда я спрашиваю детей, какой идеальный возраст? И они вот стрелочки поворачивают. Какой возраст для вас лучше всех? Обычно они выбирают возраст на год, на два старше, чем они есть сейчас. То есть это я к тому, что детей всегда, причем это не мы, чаще всего это родители этим занимаются, мотивируют исключительно конечным результатом. Типа ты там потерпи свои уроки в школе, а потом будет у тебя все хорошо. А ребенок, если ему там 9 лет, для него горизонт там, ну, 11, это его возраст, когда он чувствует рассвет сил, у него будет какой-то. Если ему 11, он чувствует там 12-13. Это очень интересное, по сути, исследование получилось. Оно, может быть, не, ну, не научное, без всяких там выборок нужных, да? Но просто я с учениками это прохожу и постоянно вижу, что реально они выбирают возраст чуть старше, чем они есть на самом деле. Вот. И в результате получается, это я так, опять-таки, чтобы какое-то больше психологического рассказать и больше по опыту. А так вообще здесь много вопросов, и получается в конечном итоге рассказ. В общем, чем бы я хотел завершить? Да, спасибо большое. Я рад, что вот на самом деле главное, как бы такое, главный фидбэк в том, что так, сейчас тоже записываю, в том, чтобы хотя бы одна или две из моих идей были использованы. То есть, конечно, можно использовать систему в целом, да, это всегда сложнее, но можно. И я сейчас вот, чтобы долго не искать, вам могу разместить у себя в этих группах, которые я посылал сверху, прямо ссылочку и на научную статью, и на вот, видео уроков с использованием педагогики удивления. Вот. Но если даже просто какая-то идея, вот грамматическое гадание, вернее, лексическое гадание, да, или грамматическая кружка, да, если какая-то из этих идей вам приглянулась, и вы сможете это использовать, конечно, это будет очень приятно. И это будет хорошо для учеников. Ой, спасибо большое. Спасибо. Я даже забыл перелистывать. Это вот граммик магнитный. Так, это города, в которых я выступал, где используется. Вот я пришел к Nell Nordings. А Nell Nordings, чем она нам интересна? Мы сегодня вспомнили в начале Шалмунашвили. Каждый урок должен быть осмыслен как подарок детям, да? И мы вспоминали сегодня Сухомлинского Василия Александровича про изумление собственными силами. А вот здесь, в качестве такого финального слайда, я хотел бы обратить внимание на зарубежных гуманистических педагогов. Nell Nordings – наш современник, и она поднимает вопрос, почему как бы из образования уходит счастье. Надо сделать так, чтобы вернуть счастье в образование. Я понимаю, что, конечно, у нас очень много количественных показателей, у нас очень много формализованных вещей в образовании сейчас, да? Но, в принципе, если мы будем стараться образование смотреть на это не только как результат, но и как на процесс, это будет всем только в плюс. И нам же самим будет интересно заниматься, да? Спасибо большое, да. И хочу сказать, что вот когда мы соприкасаемся с чем-то новым, мы чувствуем себя не только там, эффективней, да, но и чувствуем себя счастливее. Поэтому я вам желаю, спасибо большое, да, я вам желаю профессионального счастья, вообще счастья. И пусть последние майские уроки пройдут замечательно. Ну, а, собственно говоря, да, вы знаете, как, если это, например, частные ученики, то когда увлеченный ученик, он менее, вот у меня есть разные ученики, да, но те, кто больше ради домашней, ради каких-то вот вещей, там, экзамен, да, они сразу же исчезают после того, как у них все получается. А вот ученики, увлеченные и удивленные, они продолжают учиться, в том числе и летом, да? И они уже меня не отпускают в данном случае. Поэтому я вам желаю, чтобы у вас вот было побольше таких учеников. И удивляйтесь
Удивляйте их, удивляйте собственными силами. Ух ты, вот видите, как вы существуете. Вот, я думаю, что, конечно, это здорово, если вы умеете это делать для 5-летнего ребенка, я имею в виду граммик, это очень круто. А моему ребенку я уже давал в руки граммик, но пока это он как бы просто его крутил как игрушку, да? А так вот, осознанно, я думаю, что я, конечно, буду думать, как методику сделать, с одной стороны, помладше, а с другой стороны, старше, чтобы она была, то есть, чтобы она расширялась в обе стороны. А, так, сейчас еще English Teachers. И анонсы вебинаров дам обязательно сейчас, где будут возникать. Вот так. Сейчас, наверное, вот так сначала. Вот здесь будут следующие вебинары. У нас прекрасное сотрудничество по линии Ассоциации учителей английского языка с титулом. И я думаю, что и я, и, возможно, наши другие интересные спикеры будут появляться. О, слушайте, вы вот так под конец такой вопрос мощный задали, который на целый вебинар. Если очень кратко скажу, что я ставлю мудрики, это такие печати, и потом они преобразуются в оценки. А мудрик позволяет учесть самое маленькое достижение. Вот сказал, что слово какое-нибудь английское произнес, раз ему мудрик. А когда они накапливаются, получается оценка. В частном преподавании оно вообще не приходит никакой... О, так, давайте сфотографируем. Не приходит никакое противоречие с системой. А в государственном образовании можно просто преобразовывать. Да, про оценивание, я думаю, что действительно отдельный... А... Да, там, кстати, там баллы такие, медальки, да? Да, ну вообще сама система кумулятивная, она известная. Просто вот я это в виде печати сделал, потому что печать, она никогда не закончится, в отличие от баллов таких разрезных. И, кстати, вот если вы действительно хотите такие вещи использовать в работе, то можно заказать печать, это не очень дорого, а используется будет долгое время. Она вечная практически. Вот. Спасибо большое за внимание. Сейчас покажу еще раз мои контакты. Можно здесь их тоже как-то предскринить или сфотографировать. Вот. И я буду рад видеть вас, друзья, в социальных сетях. И обязательно пришлю все материалы и отвечу на какие-то вопросы. Потому что получилось немножко, может быть, где-то сумбурно. Я хотел и практику, и теорию соединить за полтора часа. Но я, безусловно, буду это продолжать и на площадке титула, я думаю, что будет семья вебинаров, посвященная педагогике удивления. Спасибо большое. Спасибо. Так, я, наверное, в виде видео буду отключаться, но я еще некоторое время остаюсь. Да, я еду в Ростов-на-Дону, 30-го будет выступление бесплатное. Потом в Петербурге 1 июня в рамках летней школы будет тоже большое выступление в Петербурге. Да, в Казань, конечно, да, конечно. Я просто настолько, я уже почти там, поэтому я даже... Да, в Казань я приезжаю в богатые сабы в... школу для одаренных детей уже второй раз с большим удовольствием и буду там тоже представлять педагогику удивления, причем даже более продвинутой версии, потому что я там один раз выступал. В октябре приеду в Сибирь обязательно. Я планирую добраться до Владивостока, поэтому вот в отношении Красноярска, если есть вот прям конкретное предложение, потому что я бы хотел туда, но там нету сейчас организатора, который мог бы изнутри значит, меня пригласить, и с которым можно было бы как-то это обсуждать. Потому что проезжать-то я мимо точно буду, а хотел бы, конечно, и не мимо, а прям приехать по-настоящему в Красноярск. Так, сейчас я посылаю про Ростов-на-Дону. В Воронеже, да, я выступаю в Берлингу, я пока... Не знаю точно даты, но я даже попробую, как бы есть идея. Так, ой, нет. Так, сейчас.
Есть идея даже попробовать летом, но пока они вот не знают. Поэтому я не буду обещать. Но я спрошу, можно ли приехать летом. А в Воронеже очень, ну, очень хорошо всегда гостеприимно получается. И у нас есть сильнейшая там ассоциация действия. Вот, значит, это Ростов-на-Дону. Так, ух ты. Так, в Сыктывкаре один раз я выступал на базе Криро. Вот, пока что там, так как это связано с курсами, это более сложная такая организация, да, то пока не знаю точно, когда еще. Но в целом я выступал там, получается, больше года назад, так что я думаю, что я с удовольствием повторил, у меня очень много идей появилось с тех пор. А Томск тоже у меня нет организатора, который изнутри бы меня позвал бы. Причем, учитывая, что я еду в любом случае в этом направлении, то мне не нужно оплачивать полностью всю дорогу. То есть, скорее всего, это будут маленькие расстояния между городами, вот там уже, например, там Кемерово, Томск, то есть вот города, которые, ну, не из Москвы, да? Вот. Магнитогорск, та же самая ситуация, тоже хотелось бы, но нету. Нет пока. Обычно меня приглашают либо, значит, курс повышения квалификации, либо на базе конкретного учебного центра или школы. Ну, конечно, хорошо, если это общегородской семинар. Вот. Но это все, вот все города, которые сибирские, дальневосточные, это уже, вот, получается, октябрь. Это в октябре. Вот, в Улан-Удэ тоже я смотрю в этом направлении, но тоже пока не могу понять, как правильно это сделать, потому что тоже там изнутри никого не знаю. Вот. В Кирове у вас был замечательный педагогический марафон в прошлом году, но как бы это был совместный, там было много-много участников, самостоятельно там не выступал, поэтому тоже как бы пока непонятно. Вот. А Нижний Новгород, сейчас идет обсуждение серьезное. В Нижнем Новгороде может быть в октябре крупнейшая конференция учительская по всей России. Пока еще идет голосование на эту тему. А если это состоится, то обязательно приезжайте. Это называется Umbrella. Это интереснейшее событие, я там обязательно буду. Но там олимпийский принцип, из города в город путешествует конференция. И пока точно непонятно. Но вообще Нижний Новгород так лидирует среди applicants. А в Тюмени, в Екатеринбурге был много раз. И в этом году, я думаю, что тоже это октябрь. Да, в рамках этого большого тура. Спасибо большое. Вообще, если есть вот приглашение как бы изнутри, то я буду смотреть, как это организовать. А если просто поучаствовать, то всегда тоже присоединяйтесь, и я это буду заранее писать. А чаще всего это все бесплатные приглашения и открытые события. Да, спасибо большое. Видите, как действительно у нас вся Россия. Я по городам вижу, что у многих уже наступила, ну, если не полночь, то очень близко к этому. Поэтому большое спасибо, что вы в такое время с таким энтузиазмом приходится методический вебинар. Спасибо.